Мария Коток – активистка одного из курских колледжей. Девушка занимается творчеством и общественной деятельностью, в том числе реализует собственные проекты. Говорит, в штаб общественной поддержки будет приходить за новыми знаниями. Вообще, у меня есть свой грантовый проект, который я уже реализовала. Он по психологии. И действительно, я думаю, что можно попробовать себя где угодно. И это возможность также поучаствовать. Почему бы нет? Действительно, очень яркая площадка, очень красивая. Нам провели небольшую экскурсию, рассказали про героев Великой Отечественной войны. То есть, великолепное место. Штаб общественной поддержки – многофункциональное пространство. Здесь будут проходить круглые столы, мастер-классы, встречи с политиками и лидерами мнений. Новый центр притяжения для неравнодушных людей оценил секретарь Курского регионального отделения «Единой России» Роман Старовойт. Для чего создается штаб общественной поддержки? Это место, куда могут прийти все те, у кого есть какие-то вопросы, проблемы, пожелания на будущее. А также здесь будут находиться те, кто может решить эти проблемы, дать какие-то разъяснения. Здесь же оборудована общественная приемная, есть площадка для коворкинга, а также спикер-зал и детский уголок. Одна из главных целей штаба – вовлечь молодежь в социально-политическую жизнь региона и страны. Это такая открытая площадка, на которую каждый приходит за разным. Кто-то за помощью, кто-то за консультацией, кто-то психологическую поддержку хочет получить, кто-то хочет предложить свою идею или реализовать свой проект. И, конечно, мы всех ждем с распростертыми объятиями. Я уверена, что здесь будут собираться люди самых разных возрастов, потому что нам будет что предложить самым разным аудиториям. Также в штабе общественной поддержки Курской области будут помогать участникам специальной военной операции и их семьям. В том числе планируют собирать гуманитарную помощь для защитников. Вновь сегодня открытая площадка штаба общественной поддержки. Конечно, одним из своих приоритетов видят поддержку семьи участников специальной военной операции. Как материальную, так и бытовую. Скорее всего, здесь будут организованы возможности психологической помощи, юридической помощи и прочих моментов, которые заботят сегодня наши семьи и участников специальной военной операции. Штаб общественной поддержки Курской области работает без выходных по адресу Ленина, 24. Он открыт с 10 утра до 7 вечера. Егор Горожанкин, Максим Леонов. События дня.